сейчас находимся у цирка на Цветном бульваре, вот недалеко, вот там рядом с ним, вот. Метров, наверное, 100. Я хочу сказать, где тут есть парковка, кому интересно. Если вообще вот эта вот как бы обычная парковка вот она возле цирка, но она обычно всегда занята. Тут очень много машин. Вот. С этой стороны стоит. Вот, припарковаться здесь очень сложно. Вот. Но зато, вот видите, вот этот центр, вот там рядом там стоит вот. Вот в нем хорошая есть парковка, правда, платная. Вот смотрите, вот цирк, вот центр, вот. Но заезд не с той стороны, а туда выезд, вот с этой именно, вот. Вот метро. Вот метро. Вот. И вот сразу после метро, вот этого здания, поворачиваем направо вот сюда. И едем вот туда. Вот это здание. И вот там парковочка. Для тех, кто приедет. Не обязательно, наверное, говорить, что вы в цирк приехали. Но там она платная, вот. 100 рублей, видите, первые 3 часа. Вот. Круглосуточно. Каждый последующий час 50 рублей. Вот так вот. То есть получается 4 часа 150 рублей вам обойдется. Мне кажется, это недорого. Вот, запомните, вот, после этого здания поворачиваем сразу направо. Вот, и вот туда заезжаем. Все, а потом вы выйдете вот отсюда, например, вот. И вот вы уже в цирке, все. Все, отличная парковка. А так надо тогда искать уже, где ставить. Вот это вот отличное место. Вот. Только вот отсюда въезд. А выезд уже оттуда.